эффективное использование приусадебных земель, привлечение молодежи к предпринимательству. Активная работа в этом направлении проводится и в Учинском районе Наманганской области. В результате обеспечивается занятость молодежи, а открывать свое дело жителям помогают прикрепленные к региону коммерческие банки посредством выделения льготных кредитов. Еще до недавнего времени жизнь жителей Учинского района отягощали социально-экономические проблемы, в том числе связанные с трудоустройством. После посещения президентом региона за полтора месяца обеспечена занятость около 15 тысяч из не имевших работы 17 тысяч граждан. На сегодняшний день вся молодежь Учинского района на 100% имеет постоянные рабочие места. Благоустраиваются наши улицы, махали. Не остается улиц, куда бы ни пришла питьевая вода. И это происходит не само собой, а благодаря усилиям нашего президента за счет очень больших средств. Эффективное использование приусадебных земель, привлечение к предпринимательской деятельности способствует расширению перспективных проектов на местах, сокращению бедности среди населения. Такие возможности помогли открыть на дому малое предприятие одной из соотечественниц Зухрахон Маматовой. Сход граждан Махали Янгиер специализируется на рыбоводстве, немалые доходы от которого намерен получать и Бахтиёр Кошкоров. Начал работу, получив при содействии банка кредит в размере 30 миллионов сумов. На одной стороне 2000 мальков, столько же на другой. Привезли 10 тысяч личинок. Можно получить 1,5 миллиарда сумов дохода. К 56 махалям Уйчинского района прикреплены 3 коммерческих банка, которыми населению выделено 23 миллиарда сумов кредитных средств, что позволило организовать свое собственное дело многим жителям, в частности, вернувшимся из-за рубежа трудовым мигрантам. Среди них и двое из 4 сыновей одного из аксакалов, построивших теплицу, наладивших пчеловодство и птицеводство. Доходы хорошие. Главное, они дома, в кругу семьи. До сегодняшнего дня к предпринимательству привлекли 2500 семей. Работа продолжается, максимально охватывая каждое звено процесса, направленного на максимальное задействование имеющихся возможностей каждого человека, семьи, махали, района в целом.